Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре LiAZ 677M от фирмы Советский автобус. Сам автобус выполнен в желтом цвете с белыми дверьми. Так, давайте рассмотрим ближе модель. Начнем, пожалуй, спереди. Фары наделаны из прозрачного пластика. Отдельные детальные поворотники покрашены в оранжевый цвет. Ручки просто отлиты вместе с кузовом, покрашены в серебристый цвет. Дворники сделаны из пластика. Потом присутствуют зеркала, не сделаны из резины, потому что они гнутся. Потом сверху мы видим габаритные огни, отдельной деталью, здесь и здесь. Бампер у нас отлит вместе с кузовом. Как видите, я уже установил свой маршрут. Маршрут установил свой. Брызговики повесил я. Так. Отдельно детально сделан в поворотник. Ручка отлита вместе с кузовом. На сёк у нас присутствуют форточки. Так. Хорошее исполнение колесных дисков. Диска будет резиновым покрышку. Молдинги присутствуют на автобусе. Так, задняя часть модели. Отдельно детально сыпанены задние фонари, габаритные огни. В принципе, хорошая расшивка дверей так сделана, качественно, на мой взгляд. На крыше мы видим люки отлитые. Так, посмотрим днище. Как видите, днище довольно хорошо сделали. Видите, да? Двигатель сделан. Потом коробка передач. Ресиверы. Потом выхлопная труба идет. Потом передняя задняя подвеска, спереди подвеска. В принципе, хорошее качество днища. Так, салон у нас. Здесь будет видно, да? И сиденье у нас, там видно сиденье, отлиты вместе с полом. Но плюс в том, что они прокрашены в коричневый цвет. Пол черный. Потом у нас присутствуют поручни. И да, поручни на сиденье присутствуют. Потом на потолку поручни. Там осветительные приборы. Так. Водительское место. В принципе, тут все хорошо сделано. Кабина, да, у нас присутствует. Спидометр, руль, все присутствует. Мотор, кабина, кожух, да. Кстати, минус я заметил в том, что вот здесь сиденье. Оно расположено, стоит близко возле перегородки. И нет места для ног. То есть
почему-то я отметил, да, что это тоже огромный минус. Ну а так, то в принципе мне сам автобус понравился. Всем спасибо за обзор. Можете подписаться на мой канал. Всем спасибо. До свидания.